Как правильно очистить кожу и придать лицу свежесть? В Химках провели мастер-класс по макияжу для жительниц пожилого возраста. Екатерина Куцова – мастер с многолетним стажем. Чаще всего работает с клиентами после 40 лет. Знает, как создать макияж, скрывающий все недостатки возраста. Инструменты, какие средства, чтобы было удобно, да, для человека, для его бюджета, также для кожи. Ну, то есть расскажу обо всем понемножку и покажу наглядно на модели. Надежда Обухова – пенсионерка. Вырастила 3 детей и 7 внуков. Сейчас появилось свободное время, решила посвятить его уходу за собой. Я достаточно долго после пенсии жила на даче, там свежий воздух, прогулки с такими же пенсионерами. Я когда приехала в город тут, внучка мне сказала: бабушка, ну мне стыдно с тобой, у тебя старомодная одежда, ты не очень достаточно хорошо выглядишь. Я посмотрела в зеркало, да, действительно, произошли серьезные изменения, это вот и глаза какие-то маленькие, и брови какие-то все распушились, ну, в общем, и губки не те уже, и морщинок очень слишком много. Встреча с мастером по макияжу продолжит. После мастер-класса у химчанок осталось еще много вопросов. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.